как программа распределяет мощности по квартирам, как быть, когда заказчик требует увеличить расчетную нагрузку? Ну, здесь вариантов опять же много. То есть здесь можно, не подключая, скажем, здесь вот мы подключали электроприемники, но в принципе можно их условно нарисовать, эти соединения, повесить какой-то один потребитель, допустим, если вам надо поудельное, что вот квартира 8 киловатт, потребитель повесить 8 киловатт, 10, назначить коэффициент спроса, что это квартира, и тогда по коэффициенту спроса будет считаться, если вы этот потребитель, был у вас 8 киловатт, вы поставите 10, значит у вас будет вестись расчет из того, что вы увеличили потребитель. В принципе, оно и велось, что у нас было квартиры, все улучшенные планировки, из расчета 10 киловатт на квартиру был расчет. Как в модели мы можем к этим элементам с нагрузками прикрепить номер помещения и просто в спецификации получать, в каких помещениях какая нагрузка, и корректировать это все из спецификации помещений. Да, да, да. Вот да, я просто могу перебью. Вот у нас, в частности, вот Tesla, она взяла, она здесь указано, что у нас 32 квартиры, 10 киловатт установленная мощность, расчетная она берет 0,8, то есть коэффициент 0,8, коэффициент спроса квартиры, умножает на количество и умножает на коэффициент одновременности. Это все вот прописано, прописывается, вот такие вот формулы показывают.